Бедный Женя. Я пообещал ему то, что смогу вернуть его маму, но на самом деле позволил этим конченым бандитам украсть и его. И что мне сейчас делать? Я не могу просто так вот это все оставить. Если я ему пообещал, то я должен спасти и его маму. О, что же мне делать? Так, это еще что-то. Дневник! Нифига себе, он дневник вел. Так, что он тут писал вообще? Я знаю, что они придут за мной. Они уведут меня туда же, куда увели мою маму. Там они делают с людьми ужасные вещи. Эти бандиты стали зверями, монстрами хуже, чем зомби. Так, в принципе, куда... Я помню, он говорил то, что его маму вроде увели на военную базу, значит, его туда должны были увезти, если хорошо понимаю. Так, они собирают там выживших и превращают их в своих рабов, заставляют делать грязную работу. Там, на военной базе, да, на военной базе. Так, в принципе, я тогда уже знаю, где он находится, где увели, куда увели Жеку и где его держат в плену. Вдали города, вдали города. Что же мне делать, ждать или убежать? Но я жду, пока вернется Эдисон. Я не могу просто так уйти, ничего ему не сказать. Так это было, в принципе, совсем недавно. Он знал то, что за ним придут, но он не мог уйти, потому что он ждал меня, пока я вернусь. Ах, ты же, я ж там сам попал в эти передряги, в этих тоннелях против зомби-гигантов. И не мог просто быстрее прийти. Ладно. Вот сейчас я 100% не могу его оставить, если он на меня надеялся и ждал, пока я приду. Хоть знал то, что за ним также могут прийти различные... Бандиты, я вообще сейчас потерянный, я не знаю, что мне делать. Но одно я 100% знаю, я не могу просто так его оставить, чтобы вот эти бандиты превратили его в своего раба... О, так. Чтобы эти бандиты превратили его в своего раба, как он сам писал в этом дневнике. Так. Идите, зараза! Так, пожалуйста, мне нужно... Так, там церковь. Мне нужно на военную базу. Если он сказал вдали города, то я 100% туда не смогу дойти пешком, пожалуйста, чтобы я сейчас не возвращался домой. Если тут что-то, если тут... Так, машина все нормально работает. Да. Так, офигеть, вот это повезло. Есть немного бензина. Так, вдали города. Вдали города, значит, где-то вот тут. Потому что, если судить логически, то там я уже везде был. Там... Есть шахта, и там есть вышка, радиовышка. Значит, в той стороне я уже был, в той стороне... Там, да, там шахта в той стороне. Значит, военная база или вот тут должна быть, или в той стороне, вот там. В первую очередь я поеду вот сюда и посмотрю, что... Ах, ты ж нифига себе. Больница? Тут может быть очень много различных препаратов, таблеток и также аптечек, которые, в принципе, мне могут потом пригодиться. Нужно будет сюда вернуться. В этой части города я еще никогда не был. Это еще что-то... Так, стоп! Это еще что такое? Так, никого? Вроде никого. Это еще что такое? Я тут ни разу не был. Что это за огромная башня с часами? Офигеть, я тут еще ни разу не был. Я не знаю, стоит ли мне держаться подальше от этого места, или пойти туда и разведать всю обстановку, и вообще посмотреть, что там такое. Но это уже чуть позже, это уже потом. В первую очередь нужно идти Женю, хотя бы, не знаю, вернуть его домой точно нет, потому что бандиты все же смогут вернуться за ним во второй раз. Наверное, просто оставить его у себя дома. Наверное, так я и сделаю. Так. Зомби и две машины. Зомби, две машины, и это какая-то военная машина. Так, эту машину я оставлю вот тут. Надеюсь, ее никто не успеет украсть. Так, патрончики. Патрончиков у меня, конечно, не очень много есть. Я вот нашел вчера какие-то патроны для другого пистолета. Хоть этого пистолета, в принципе, у меня еще даже нету. И вообще, я его не находил. Так, офигеть. Это... Это военная... Походу, это военная база там! А ну, зараза! На! Так, не буду стрелять. Иди сюда. Не буду. Да, это реально военная база!
или какой-то завод, или что это вообще такое? Так, иди сюда, иди сюда. На тебе! Так, что у меня тут всякий хлам валяется на улице? Это 100% какая-то военная база, ну или же какой-то завод. Что это такое? Это кран какой-то? Непонятно. Так, 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 твою на... Так, 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 ага, значит, 100%, значит, я нашел верный путь, значит, я действительно пришел туда, куда надо. Офигеть, офигеть, вертолет. Так, ладно, ладно. Через болото, через кусты. Я должен туда прорваться. Вряд ли я смогу найти тут какой-то потайной ход, поэтому мне 100% нужно идти на пролом. Это 100% военная база, если тут уже есть бандиты и уже есть вертолет. Главное, чтобы они меня не заметили, я смог на них. Я смог на них напасть как можно. Как можно резче и неожиданнее. Так, один. Не увидит. Твою. Ладно! Мы обходи, обходи эту жилу бой! Так, 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 еще. Ага, спрятался за угол, значит, да? Пацаны, отдай! На тебе. Ах ты! Да хор... Твой... На, иди сюда. На! А калаш, да? Кал... На тебе! Так. Так, в засаде, да, значит? Ты выходи, шавка трусливая, а? На... Да сколько их там нафиг, офигеть! Они 100% хорошо охраняют вот эту базу, сколько же их тут есть? Так, так, тихо. Он там, смотри! Да ты вас, офигеть! Там еще есть? Еще один. Да сколько... Ладно, ну... Что это вообще такое? Где вообще, что... Так, вертолет. Ладно, нужно пока перебить всех бандитов. Ой, нужно перебить всех бандитов, а на вертолет. Так. Ах, зараза, вы тут зомби держите? Так, нужно спрятаться тут. Есть патроны на. Патроны есть. Ага. Вряд ли я смогу. Там еще двое! Так, вряд ли я смогу их вот там убить, потому что там баррикады, я только буду патроны тратить. На машине не смогу ли я туда ворваться? Нет, не смогу, потому что тут просто бензина нету. Ворваться и просто их задавить. Так, сундуки. Патроны. 100% должно что-то быть. 100% должно что-то быть. Офигеть. Тут что, действительно нифига нету? Так. Дымовуха. Дымовуха? Так. Они знают, что я тут, но они не стреляют, они тоже умные, они не будут тратить лишний раз патроны. Если я смогу кинуть туда дымовуху и пробраться вот в это здание, может, я там тоже что-то смогу найти. Или хотя бы перебить вот этих первых двух через дым, потом забраться в это здание и как-то с этого здания перебить вот этих двух. Наверное, я так и сделаю. Патроны, мне кажется, нету смысла тратить. А в принципе, патронов у меня и не так уж и много. Ладно. Ладно. Перебежать вот туда, и ладно, иди сюда. Руки на. Вверх, иначе на куски так, тебя порежу, минус ты один. Понял, быдло? Так, минус два. Охренеть, просто... Нет. Они держали в этом ангаре зомби-мутанта, они вообще нахрен психи или что? Офигеть просто, это жесть какая-то. Так, что тут вообще есть такое? Тут походу люди жили. Они просто сюда ворвались и потом перебили вот этих всех людей и забрали себе вот это место. Истребители, спутниковая тарелка. Офигеть, они себе местечко надыбали. Еще я... Так, ладно. Они знают, что я тут. Они сюда не будут двигаться. Может, они, конечно, смогут позвать подкрепление. Но я знаю то, что там еще есть два бандита. Что это за здание вот там? Что это за здание с вертолетом наверху?
Нужно будет туда пойти, может именно вот там они держат заложников и детей, женщин и в принципе всех, кого они превратили в своих рабов. Ладно, но это уже потом. В первую очередь, нам, мне сегодня вообще выжить как-то нужно. Так, тут ничего, тут что? Консерва. Консерва, тушенка и консерва. Ладно, ладно, тут что? Да твою-то нафиг, а. Вот этот дробаш 100% нужно выкинуть к чертям собачьим, потому что он уже настолько ржавый, то что стреляет сам по себе, хоть я его просто в руки взял. Так, буду вот этот использовать. Так, патроны. Патронов у меня вообще нету. На калаше 4 патрона, на пистолете 3 патрона. Так, ладно, ладно, ладно. Граната, граната. Офигеть, офигеть, ладно. Так, если я просто... Так, а вот тут что такое? А может там тоже что-то будет? Так, сейчас бы как-то перебежать на улицу, чтобы они меня не стреляли. Ладно, раз, два, три! Вообще патронов нету! Так, пожалуйста, 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 будь тут какой-то охранник, который хранил вот тут какие-то припасы. Нет, только книги. Вряд ли он что-то держал в этих книжных полках. Так, тут что? Ножик? Ножик 5. Нет, этот ножик мне 100% не пригодится. Ничего, тут ничего. Так, пистолетик! Тут точно ничего больше нету. Ножик только. Пистолетик! А у меня, кстати, есть уже один вот такой магазин. У меня есть уже один вот такой магазин. И это действительно тот... Это тот пистолет, что мне реально вот сейчас нужно. Так, глок. Глок, пока полежи вот тут. Я глок уберу свой рюкзак. Мне кажется, вот этот пистолет будет даже получше. Глок пускай будет вот тут. И вот этот меч, вот это все тоже. Не меч, а молоток уберу вот сюда, чтобы он вот тут лежал. И дневник тоже уберу. И, в принципе, вот этот доисторический дробаш тоже. Сейчас он мне вряд ли пригодится. Пускай пока лежит вот тут. Так. Офигеть, пистолет. И перезарядка намного быстрее, чем на глоке. Так, так, если я просто... А если я кину гранату им в рыло? Если... Так, он меня заметил, он меня заметил. А, не стреляет. Ладно, не стреляешь? Я перекинул? И тебе на. Так, 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 так. Да какие же вы... Ай, пацаны, какие помогите, же вы живучие, паскуды! Расходимся! Я сдаюсь, не стреляй, так, мужик, дробаш. Пожалуйста. Что-то вообще дальше есть. Надеюсь, тут больше никого нету. Всякие трубы, вертолеты. Вот там какое-то еще здание есть, где много света. Это, наверное, их основное здание. Офигеть просто. Офигеть просто. Тут вряд ли что-то будет, это просто баррикады. Истребители, а если я смогу... Так. Тут есть бензин? Тут есть топливо? Топливо на 100%! Я просто сейчас могу взять и улететь отсюда! Офигеть. Они даже истребители тут используют. Значит, если вот тут есть топливо, если бы я, конечно, умел летать на истребителе, я бы просто разгромил нафиг вот эту базу после того, как, конечно, нашел всех заложников. Если тут есть топливо, значит в вертолете 100% есть топливо. Я заберу Женю, заберу его маму, освобожу всех, кого только смогу найти и освободить. И смыться отсюда как можно быстрее, даже может с этого города с помощью вот этого вертолета. Так, тут что? Танк. Офигеть. Так, так, дверь закрыть, дверь закрыть. Танк. Два танка. Офигеть просто. Офигеть. Так, тут ничего, тут. Так, бензин. Бензин, ракеты для танка. Так, а тут есть... Это, оно, тут есть что-то? Даже тут он заправлен почти наполовину. Полностью рабочий. Офигеть, у него даже снаряды есть. Ой, бандиты. Нужно было вам побольше нанять. Вот этих бандитов сделать покрепче охрану, чтобы я не смог добраться к этим танкам, потому что сейчас там полнейшая жопа. Офигеть просто. Собрать вот эти снаряды. Офигеть. Так, мне кажется,
нужно или тут переночевать, или я не знаю. Вот эту первую волну бандитов я всех перебил. Мне кажется, не все знают то, что я тут. Они, конечно, 100% слышали стрельбу, но может они подумают то, что это была какая-то орда зомби. Вряд ли не подумаю то, что я один пришел, один человек в армии перебил 35 каких-то там бандитов. Вряд ли это будет вот так работать. Но эти два танчика, они мне 100% помогут. И офигеть, как помогут. Единственная проблема, которая у меня сейчас есть, это то, что у меня вообще нету патронов. Ни на пистолете, ни на калаше, только 8 на снайперке и 4 на дробаше. И один С4. Как я вообще буду сражаться с целой армией бандитов? Конечно, я смогу сейчас использовать вот этот танк, но только с одним танком я не смогу их всех перебить, потому что на танке я не смогу заехать в какое-то здание. Но с помощью этого танка я смогу добраться на какой-то склад. Это ж, ёханый бабай, военная база, у них тут 100% есть куча оружия. Если учитывая то, что каждый наемник ходит с калашом. Значит, я 100% смогу выбраться отсюда на танке и просто порешать их всех. Так, ладно. Так, нужно открыть дверь. Нужно открыть дверь в гараж, и потом я выберусь отсюда. О. Ну, привет, чувачок. Твою мать! Вот я и попался.